Всем привет, друзья! Сегодня расскажу про новинку в петербургском трамвайном зоопарке. Модель 71923 или «Богатырь». Данный трамвай производится на предприятии ПК транспортной системы, поэтому неудивительно, что он имеет большое внешнее сходство с трамвайными вагонами «Витязь», уже эксплуатирующимися в Санкт-Петербурге. Разве что секции здесь две, а не три, как на «Витязе», и передняя секция имеет большую длину в сравнении с задней. По структуре я бы сравнил этот вагон с моделью ЛВС-97, в том смысле, что здесь такие же две разнодлинных секции. Правда, в отличие от ЛВСа, у «Богатыря» всего две тележки, причем большая секция размещается на поворотной тележке, а меньшая на неповоротной. Такое решение обеспечивает трамваю большую маневренность. Узел сочленения висячего типа без опоры на тележку. Теперь переместимся в салон. Здесь мы видим интересную компоновку сидений во второй секции. Они размещены вдоль стенок и развернуты внутрь. Я еще когда разглядывал этот трамвай на смарт-транспорте, сказал, что это будет неудобно. На самом деле он немножечко странно выглядит, потому что это как бы двухсекционный вагон. Обычно у нас Варяг и Витязь — это трехсекционные вагоны. Здесь это реализовано в две секции, причем довольно-таки странно. У нас вся задняя секция, сиденья установлены как в метро. То есть это сокращает число посадочных мест. А потом подумал и понял, что трамвай-то больше заточен под стоящих пассажиров. Количество сидений сведено к минимуму, их всего 34 на весь вагон, а количество накопительных площадок наоборот увеличено. При длине 19 метров трамвай рассчитан на 131 пассажира, что достаточно хороший показатель. Вагон имеет 4 широких дверных проема с поворотно-лавирующими дверьми. Причем передняя дверь одиночная, а остальные двойные. В остальном «Богатырь» является типичным современным трамваем с соответствующим уровнем оснащения. 100% низкий пол, автономный ход, визуальные и звуковые системы оповещения, подготовка для маломобильных пассажиров, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, GPS и большое количество видеокамер. А на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Если понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И до новых встреч. Пока!